Академия создана в 2017 году по инициативе крупнейших мусульманских организаций страны. Инициатива создания Академии поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Приветствую вас. Очень рад посетить ваше занятие, посмотреть на вас, на молодежь. Будущие мусульманские лидеры, интеллектуалы, получающие хорошее образование. Так оно должно быть. Это наши магистранты, ваше отечество. Наш преподаватель, доктор Сейф Али Аль-Асри, он из Йемена. Преподает здесь уже не первый год. Мы очень благодарны тому, что он прикладывает усилия свои. Здесь известная личность в арабском мире. Ташаровты. Я приветствую вас, пожалуйста. Мы здесь вот схематично попытались представить историю исламского богословия в России и вообще жизни, исламской жизни 19-го, начала 20-го века. И начинаем, я хотел, сегодня очень много говорят, показать, вам будет интересно, это вот вариант Екатерининского корабля, который мы нашли в экспедиции, да? Ну, датировать не можем, примерно можно сказать, что конец 18-го, начало 19-го века. Хотя он был не канонический, сегодня москвичи, питерцы оспаривают, все-таки мы первые. Казанцы говорят, нет, мы. А вот казанский Коран, он уже вот в таком формате. А, вот уже, да. В таком формате с 1803 года. С 1800, можно посмотреть, как это его. Ну, Шагабуддин Марзини, это известный богослов татарский, 19 века. Вообще татары говорят, что для них 19 век это уже период Марзини. И в то же время он знаменитый историк, он практически положил начало вообще исторической науки, национальной исторической науки. Здесь вот представлены его работы. Да, очень интересно. Благодаря вам Богу. Да, Маша. На библиотеке более 20 тысяч книг, да, если так можно сказать, по всем направлениям исламских знаний. Здесь располагается вот последнее наше поступление. А вы находитесь в лаборатории реставрации оцифровки Волгинской исламской академии. Нам поступают рукописи, старинные книги, мы должны дать им вторую жизнь. Вот смотрите, обратите внимание, каждый лист мы промываем в дистиллированной воде, и рукописи, и книжные памятники. А потом как-то сушится? Да, дистиллированная вода, она выдавливает всю кислоту старую. Вот, да. Вот есть такая японская шелковая бумага. Так. Вот с помощью ее мы устанавливаем прям по миллиметру что каждый лист. Да. Потом все собираем в тетрадке. Да, и по старинному монастырскому способу переплетаем. Вот сейчас я вам покажу просто вот результаты наши. Вот результат. О, замечательно. Как бы установлено прекрасно. Да. Да, замечательно. Да, вот даже есть у нас и вот такие книги. Вот есть Новый Завет на старом турецком языке, тоже установленный. 1912 год. Да. Вот такая у нас работа. Работа очень такая серьезная, тонкая, ну и очень, конечно, такая благородная. Вот восстанавливать памятники письменности, которые иногда на грани утраты находятся.